Я люблю этот край. На что? Он родник. Всегда говорили на жестком языке. Эти голоса живут во мне. Их писала море. Их приносит ветер. Здравствуйте. А что за праздники? Откуда вы приехали? Мы приехали с Кингисеппа. Будем проводить холодно-игровую программу. А где это город Кингисепп? Город Кингисепп далеко от Ленинградского. Ну ладно, мы из Сланца. Шутникой, однако. Вот наша. Как же вы в Сланце попадаете, минуя Кингисепп? А мы по лесу ехали. Они на вертолетах. По бандитской дороге. Там есть бандитская дорога. Да? Да, так называется. Наверное, мы по ней ехали. Точно. А мы думали, кто там едет? Слушайте, в архивной записи музейной фонотеки. Они тоже хотят в караул, но потом встанут.